очень и очень хотят, ждут успеха от белорусской сборной. Мы тоже его ждем. Для начала смотрим на попытку Насти Мирончик-Ивановой. Разбег. И что у нас? Белый флаг, но вы знаете, было настолько рядом, вот даже на попадание на планку. Ай, какая умница! Ну и результат у Насти 6 метров 28 сантиметров, но рисковала, конечно, очень было опасно. Видите, тренеров показывают свои трио. Спортсменки борются за 4,2 балла. Итак, первая попытка Насти Мирончик-Ивановой и ее дуэль против Анны Кришковой из Чехии. Так, разбег. И где-то в район 6.45, может быть, 6.40. 6.40, да, ну, по-моему, 6.40. Много не доступило. Какой? Резина толкалась. 40 сантиметров точно не доступило. Какой резерв у Насти? Дело в том, что здесь важно принести именно 12 очков в своей сборной. Так, не самого удачного первого вида. Так, результат 6 метров 36 сантиметров.